привет. Некоторые картофели сорта только начинают зацветать. А некоторые уже зацвели. Уже отцвели. Будем сейчас копать молодую картошечку в июне. Сегодня у нас 22 июня. Вот такая картошечка. 22 июня. Сажали в 20-х числах апреля. Сорт Галактика. Среднеранний. До 15 клубней на кусту. Бывает, даже попадается. Нету больше. Вот такая тушечка. Семь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вот такая картошечка. Сорт Галактика. Ирландская селекция. Продолжаем. Подкапывать картофель сорта Галактика. Напоминаю, что посажен картофель был в 20-х числах апреля, а сейчас уже 22 июня, и мы начинаем уже на еду немножко подкапывать. Вот если так относительно размера яйца куриного, то вот такой картофель получается. На еду даже очень. Сорт Галактика. Это ирландская селекция. Немножко напоминает он сорт Пикассо. У него тоже такие крапления в глазках. Но Пикассо по сроку созревания считается позднеспелым. В районе 110-120 дней. Что касается Галактики, то срок созревания где-то колеблется 80-90 дней, но подкапывать можно через 2 месяца буквально ему. Вот. А так, конечно, выкапываем картофель в конце июля. Более поздние сорта выкапываем 20 августа. Позже мы не копаем. Но единственное, если только погода будет плохая. Вот. Сорт зарекомендовал себя очень так устойчивой и засухи, и дождливой погоде. Клубни довольно-таки симпатичные, вкусные, кремовый цвет внутри клубней. На кусту, ну, я подкапываю до 15 картошин. Сорт нам очень понравился, поскольку получается можно уже в июне его кушать, мы в дальнейшем будем его сажать. Вот такой сорт. Рекомендую. Купили мы его на рынке, как раннюю картофель. Название нам не сказали. Потом уже специалисты дали знать, что это за сорт. Ботва густая. Цветет
Ну, что касаемо соцветия, то цветение только начинается и опадают бутоны. То есть вероятно, что большие температуры, которые в этом лете, а у нас сейчас температура бывает 35 градусов в тени даже, соцветия не удерживают и опадают. Это не влияет на урожайность. Картофель урожайный. В конце июля будут очень большие клубни. Я вам обязательно покажу.